Друзья, всех рад поприветствовать. Так получилось, что один из владельцев автомобиля Jeep попросил меня заказать тормозные колодки на автомобиль. Колодки были заказаны от компании Valio. Давайте посмотрим, что это за колодки, как они выглядят, что из себя представляют. Потому что я никогда до этого с этими колодками не работал. Мне просто интересно, что это такое. Владелец их будет сам устанавливать, это его личный выбор. Поэтому просто посмотрим, что это за колодки. Качество изготовления оставляет желать лучшего. Присутствует облой. Складывается такое ощущение, что данная колодка была сделана где-то в гараже у дяди Васи на коленке. Но заказаны эти колодки были у официального представителя. То есть это не подделка, это честные оригинальные колодки Valio. Фрикционная смесь жестко-металлическая. Это видно по магниту. Большое количество металлических включений. Возможно, тормозить они будут неплохо, но будут, скорее всего, очень сильно грызть диск тормозной. Настолько сильно магнитящая смесь мне уже давно не попадалась ни на каких колодках. Это прям рекордсмен. Посмотрим, что на коробке написано. Made in India. По большому счету ничего интересного, кстати, не написано. Представительство в Москве. Ни коэффициента сцепления, ни каких-либо характеристик по фрикционной смеси я здесь не обнаружил. Друзья, если кто-то сталкивался с такими колодками от компании Valio, пишите свои комментарии, будет интересно почитать. Может быть, я ошибаюсь, вдруг это хорошие колодки. Но, на мой взгляд, сделаны они реально неаккуратно. И смесь с большим количеством металлических включений. Поэтому данные колодки, ну, я бы, честно говоря, не рекомендовал к установке, поэтому тут уже на вкус и цвет товарища нет, это чисто мое мнение. Если у кого-то есть другая аргументация, пожалуйста, я всегда рад ее выслушать. Всем удачи!